Всем привет! Сегодня мы узнаем о аномальных животных. Перед началом ролика поставь лайк и подпишись на канал. Всем приятного просмотра! Заяц Франкенштейн. Студент одного из колледжа, в тот день он заметил в сарае какое-то животное. Любопытный американец решил проверить, что за зверь притаился среди дров. Но лучше он этого не делал. Как оказалось, незваным гостем был кролик с множеством ужасных наростов на морде. Ученые считают, что он страдает от вируса. Именно он вызвал появление этих наростов на голове зайца. Гигантские розовые слизняки из Австралии. Длина этих слизней около 20 сантиметров. Розовые слизняки проводят свой день под мокрой листвой и выбираются из-под влажного укрытия в основном ночью, чтобы полакомиться мхом, который растет на деревьях и некоторых участках скал. Предпочитают маскироваться под красками красного эвкалипта. Их цвет в данном случае служит прекрасным камуфляжем. Розовые слизни выбрали себе такой дом, когда территория Австралии была покрыта влажными тропическими лесами. Однако, после того, как вулкан активизировался и прошло сильное извержение, примерно 17 миллионов лет тому назад, в данном районе начали подсыхать леса. И только небольшие островки с тропическим климатом остались в прежнем виде. Такие изменения климата ограничили районы, где могут обитать эти существа. В данный момент эти удивительные животные находятся на грани вымирания. Восточный йети. Это животное было поймано охотниками в китайской провинции в диком лесу, после того, как местные жители рассказали, что видели в чаще медведя. По словам охотников, пойманный зверь чем-то напоминает медведя, однако у него длинный хвост и совсем нет меха. Также это животное не рычит, а иногда издает звуки, напоминающие мяуканье. Одноглазая акула-альбинос. В Мексике была поймана редчайшая рыба на планете Земля – одноглазая акула-альбинос. У 56-сантиметрового зародыша бычьей акулы всего один глаз, расположенный точно посередине ее головы. Нашел ее мексиканский рыбак. Споров ей брюхо, он обнаружил, что потомство грозной акулы, помимо обычных зародышей акул, был одноглазый зародыш альбинос. Рыбак незамедлительно разместил фото этой акулы в Facebook, чем привлек к своей персональной страничке внимание не только обычных пользователей, но и двух специалистов из Центра морской науки. «Это просто невероятно! Я за свою жизнь не видел ничего подобного», — сказал биолог Центра морской науки. Сделав рентгеновский снимок зародыша, исследователи пришли к выводу, что перед ними действительно шестимичный самец акулы. На этом все. Всем спасибо за просмотр, ставь лайки и подписывайся на канал. Всем пока!